Всем привет! Вот что хочу сказать. Темнеть стало быстро. Некогда было мне заниматься, записывать. Дожди идут, а котлован мелеет. Пруд. Почему, не знаю. Сегодня хочу помидоры вырезать. Посмотреть, оставить листья, оставить там какие-нибудь, которые еще есть, помидоры. А то они болеют уже все и чернеют. Поэтому лучше, не знаю, может сорвать, чтобы не чернели. Может быть, оставить. Не знаю. Вот, там вопрос за к видеокамере был. За кабель, Саша, я там снял. Сейчас вставлю тебе ссылочку сюда, ну, вставочку сюда вставлю. Вот меня спрашивали, какие разъемы стоят на кабелях. Вот такие разъемы. Это под электричество, вот этот красный, а этот под видео, да, идет. Такие вот. Ну, одна сторона у кабеля такая, другая наоборот, да, сделана. В смысле, что на другой уже там штекер, ну, как вот такой, да, там, на который одевается, вот. Ну, понятно, что есть мама, есть папа, да. Так же, как тут, вот штром, допустим, здесь такой. И вот штром, который вовнутрь вставляется, да? Вот так. Ну, штром это электричество, да? Вот так вот. Вот, что еще там? Ну, орешков я там вчера насобирал. Сегодня еще насобирал. Вот сегодняшний мой улов. Это я еще не все собрал. Тут, возможно, еще где-то. Ну, нападали, да? Просто я, может, не вижу их. Подметать буду и увижу. Вот тоже есть. Но вот это она. Это уже гнилая. Ну, не гнилая, сухая она уже все. Это тоже. О, нет. Это хорошая была. Я ее раздавил ногой. О, орешка. О, а руки-то у меня воняют собакой. А, вкусные орешки. Плохо, Джек, ты орехи не ешь. Ну, не видно больше. Но еще висят, еще есть. Ну, нападают скоро. Обычно вот здесь всегда белки собирали. Вот это домики для белок же висят. Их много было, они собирали. И прятали от друг друга. Вот там, там прятали. Добежит, соберет здесь, побежит. Под дерево спрячет там. И за следующим. А другой с той стороны выходит из-за дерева. Раз у нее украл и дальше. Я поищу, у меня видео где-то есть даже. Если найду, я вам покажу. Правда, там качество будет не очень. Ну, видно будет нормально. Взяла, понесла, очистила. Сейчас спрячет, снова придет. Другая придет, может. Их тут несколько. Бежит, бежит обратно. Уже где-то спрятала орех и несется обратно. Вот она. Ах, и шустрая. Не может найти орех. Так все утро целая толпа тут их.
Ведь ищет, ищет, что кто-то где-то закопал, из белок тоже прячет. Это она ведь ищет, кто где может закопал. Опа! Нашла. Нашла. Все, потащила. Ха-ха. Вот они, белки. Белки, вон они, белки. Вон они, видите? Орешки мои ворует. Оба она своровала, убежала. Или она меня увидела. Или что-то другое. Вон Джек бегает. Меня руки уже раз-раз. Типа, что ты ходишь тут? Ну, у меня есть видео, я снимал. Буквально, не знаю, может быть, месяц назад. Качество, конечно, там не очень, потому что я увеличивал, очень далеко было. Я снимал с телефона и увеличивал. И я поставлю вам тоже. Заметила, она понеслась на дерево. Заметила, она понеслась на дерево. Заметила, она понеслась на дерево. Вот. И пару фотографий, там у меня бельчонок был. Я его выкармливал 4 года назад, наверное, по-моему. Он у меня приходил, я делал дорожку в лес, и он, ну не в лес, а по территории вот эту узкую дорожку делал, длинную туда в конец. И он приходил ко мне. Приходил, я его кормил, поил. Вот. Нет, больше не упали. Больше не упали. Вот, что сегодня я собрал. Больше не упали. Сейчас покажу, что сегодня собрал. Ну вот, я ставлю вам фотографии тех. Вот, будет такое видео, типа воспоминаний. Вот они, орешки. Собрал я сегодняшняя добыча, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 штук. О, 10. И вчера 10. И вчера было 10, да. И до этого мы увезли брату на дачу, ездили, когда увезли ему. Ребятишкам там штук 30-40, не знаю. Вот, значит, подключил я микрофон. Камере все-таки подключил я, но не петличку. Петличка не работает. Выписал я другие микрофоны беспроводные, но с Китая. С финансами сейчас туго, я не работаю, поэтому на более такие дорогие вещи денег нету. Попробуем из Китая, может быть, будет работать. Вот. Что-то еще я хотел. А, ну вот, микрофон я, у меня есть микрофон, пушка. Я эту пушку подключил и работает. Но чтобы эту пушку подключать к GoPro, надо специальный такой ящичек, чехол такой. Я его тоже выписал, но он только в первых числах ноября придет мне. Вот, пришла посылка. Я выписывал кабель для ну, камеры, да.
и выписывал, как я говорил, для камеры чехол. Он должен прийти был в ноябре, а пришел сейчас. Так что мы живем. Мы живем. Вот такой чехол на мою GoPro 8. Это закрывать, как сказать, объектив даже. Вот, вот сюда крепится микрофон. Сейчас я покажу вам, я его принес сюда. Вот такой микрофон пушка. Вот так. Что, не пришла наша белочка? Еще нет. Вот такой микрофон. Ну, сюда, понятно, вставляется камера, да, вовнутрь. Как-то там снимается, открывается. А, вот тут открывается. Вставляется камера, понятно. У камеры предварительно снимается боковая крышка. Вот это что такое, не знаю. Ах, это вот... Вот, боковая у камеры снимается, вот это, короче, открывается. Туда одевается, вот сюда одевается, заправляется, вернее, кабель. Вот этот. Сейчас покажу вам. Ну, ё-моё, давай. Как-то оно не открывается, что ли? Нет, сейчас я вам сделаю чуть подальше, а то плохо... А, его тут надо делать, вот, вот так видно будет вам коробку в сторону. Так, вот этот, значит, будет там. Так, вот раз. И это должен заправиться туда. Сейчас мы его заправим. Протянуть кабель надо. Он не протягивается. Потому что изогнута эта штучка же. Вот он. Ой-ой-ой. Вот так вот делается это. Это был родной переходник, да? GoPro. И вот так вставляется туда в камеру. Так вот. Теперь здесь подключается кабель. Чпок. И... А, ну, с этой стороны у меня. И сюда вот. Чпок. Ну, вот так, короче. И это микрофон, пушка, направленный микрофон. Стационарная у него батарея. Не знаю, надолго хватит или нет. Вот. Не буду его так ходить снимать. С такими прибамбасами. Теперь вторая посылка. Это кабель. Все, разрезать надо. Вторая посылка, это кабель. Вот. Ну, то бишь, это тоже для микрофона. Я хочу попробовать свою петличку. Да? Нет, что-то я хотел попробовать. А, ну это вот для этого же я выписывал, не про петлички. Это для этого я выписывал, что если вдруг микрофон придется прицеплять к груди где-то, да, говорить. Но эта пушка, она так хорошо берет, да? Вот сегодня испытаем. Вот. Как-то так. Мои посылки. Кабель вообще хороший, первый раз такой вижу. Первый раз такой вижу. Ну, проверим. Что, белка не пришла, да? Нет, не пришла. Ирина говорит, что она утром тоже была. Надо будет попробовать записать рано утром ее. Вот, сегодня я еще, это я вчера вечером экспериментировал, сегодня я еще буду экспериментировать. Попробую, у меня есть кабель удлинительный, попробую... как сказать, петличку через удлинительный кабель
соединить с GoPro. Может, она тогда заработает. Или у меня еще один вариант в голове, как сделать это. Я еще тоже выписал еще один кабель микрофонный. Что-то да, этот микрофон, пушку надо будет ложить мне вот сюда в карман. Вот так, чтобы вот был, торчал вот сюда мне, да? Он вот такой вот. И просто соединять уже с камерой кабелем. Ну, если так будет работать, то значит это хорошо. Потому что у этой пушки, у микрофона свой кабель, он коротенький. Вот. Все для вас, все для вас. Чтобы лучше слышно было, чтобы машины не слышно было. Потому что я сам в наушниках слушаю, когда, допустим, видео, я слышу, что этот звук есть. Но это потому что камера так увеличивает. Все, ребятки, идем вырезать помидорчики. Ну, я вырежу. Я думаю, будет... Ну, вообще, у меня есть подсветка, я вам покажу. Маленько, да? Вот такие шапки. Красивые, да? Вообще, куда? Сосед подметает, Джек Лайт. Ну, а мы... Я вчера подметал, сегодня не буду бензин тратить. А тут уже все. Это раз в неделю я теперь убираю здесь, подметаю, потому что это сильно много. Вот. Нападем. Больно не кусайся. Больно не кусайся. Все. Все. Че нашел? Иди. Найн. Спокойно сиди сюда. Ну неси, иди сюда, иди. Отдай сюда, неси веревку. Давай, иди сюда. Все, я не буду с тобой играть. Ты не хочешь веревку нести? Отдай сюда. Да на полянку. Иди сюда на полянку. Отдай ко мне, отдай. Стоп. Иди сюда. Слышал? Сюда иди. Так, зиц. Молодец. Плац. Молодец. Ой, довольный лежит, а? Она с веревкой носится со своей. Дай мне веревку. Быстро дай веревку. Джек у нас товарищ хитрый. Однажды у нас случай был. Мы в маленький подвал вот туда забежала у нас крыса. И я его посадил туда, чтобы он поймал крысу. Вот здесь, под этим домом, еще есть подвал. Вот. И потом 3 дня его достать оттуда не мог. Он не идет, потому что там ступеньки, просто доски так вот сделаны, и все. И он не идет. И вот мы его кое-как оттуда выудили. Должно было день рождения у Ирины быть. И он сидел в подвале. Надо было вытаскивать. Иначе гости бы пришли, и он бы в подвале сидит. Вот. Много с ним случаев всяких было. Все сразу так не упомнишь. Да, друг мой? Ласковый. Любит с мячиками играть. Футбольными. Ему надо палки бросать. Иди сюда. Сюда иди. Я сейчас обману его. Иди сюда. Оп. Нет. Давай. Не дам. Он все очень сильный. Я на один конец наступил, он тянет, а второй рукой держу, и он все равно тянет. Молодец.
Дашь, может, мне канат свой? Давай, единственное, что он палки, канаты он не отдает. Он думает, что у него совсем заберут и играть тогда не будут. Вот это он не отдает. Приносить он приносит. Учил я его как-то, отдавал он. Вот он меня тянет прям. Вот что делает. А. Учил я его, он отдавал одно время, потом перестал отдавать. Ну вот, слышите, как дождь по крыше стучит. Собрался помидоры делать. Дождь пошел. Да и хороший. Займусь я сейчас в ангаре, буду работать. Ну, вам на ускоренной сниму маленько. Увы, не получилось заниматься помидорами. Ну, завтра, может быть, днем. Что-то я надо было сразу, а теперь уже дождь пошел. Да и хороший пошел дождь. Вот интересно, дождь идет, а этот мелеет. Ну, пруд. А пруд мелеет. Не знаю почему. Ладно. Давайте. Всем пока. Я с вами прощаюсь. А как и обещал, ставлю вам. Вот маленько поработаю, да. Ставлю фотографии. Видео, фотографии все различные. Там наш животный мир. И так далее, тому подобное. Друган мой. Да, друган. Фух. Думал, все, нет. Все, я там убрал наверху. Как-то помните, я начинал, что там творилось. Вот еще вот тут паутину надо убрать. И вот там бруски тоже сделать. Так же, как я в том углу делал как-то. Ну, надо сделать и делать стол. Так я стол-то не делал. Все, времени не было у меня. Сейчас я туда начинаю складывать такое, что уже меня... не нужно, и редко когда брать все туда. Вот.